Итак, попытаемся промонтировать Яндекс Диск, сетевое облако, как сетевой диск. Для этого нужно установить данный пакет. Создать еще директорию в домашней папке или в любом месте. В том папке, который можете, папки в Mount создать. Но мы создадим в домашней папке. Вот под таким названием. Ну и сразу дадим ей права на чтение и запись из данной папки. Так, здесь я вниз. Так, я здесь неправильно команду-то ее пропустил, одну буковку. Ну, теперь права заданы. Так, и что здесь он? Нужно в группу DAFSDA добавить своего пользователя. У меня это этот пользователь. Он добавил его в группу. Так, теперь вот это я создал директорию. Ну и монтировать надо. Но можно еще монтировать в stub файл данную папку. Я когда-то ставил, сейчас посмотрим. Ну вот такую строку, кто часто пользуется, можно добавить в stub файл для того, чтобы автоматически при загрузке системы монтировалась данная папка. Но я ее закомментировал. В принципе, все равно в терминале нужно команду вводить соответствующую для монтирования. И ввода пароля из своего пользователя для аккаунта на Яндекс, для входа на в Яндекс Диск. Так, здесь мы, короче, все сделали, что надо на первое время. Теперь попробуем запуститься. А, нет, нам нужно еще создать скрипт запуска, чтобы постоянно не вводить в терминале команду. Вот по таким названиям. Итак, что здесь нужно прописать? Вот эту команду. Ну и памятку для своего, если не помните. Ну и кое-что. Ну вот в основном вот эту команду нужно прописать. Итак, создали мы скрипт запуска под названием Яндекс.Дикс. Попробуем его запустить. Вот она, папка наша, которую мы создали. Видимо, она пустая. Так,
это нужно ввести от аккаунта. Имя пользователя. Так, у меня это вот этот пользователь. Ну и паспорт, естественно. При вводе его не видно. Так, вот видим, у нас примонтировалась папочка. Проверим. Вот видим по ссылке. Размер общий 16 гигабайт. Ну, актуально для тех, у кого мало места на диске ограничено. Вот для этих целей можно и примонтировать Яндекс диски. Он у вас постоянно будет примонтирован в домашней папке или где. И все, что имеется у вас уже там, вот, будет здесь у вас на компьютере. Достаточно удобно. Использованы тут все данные. Все четко, как надо. Вот теперь постоянно можно пользоваться, закидывать просто данный скрипт запуска в терминал, вводить свои данные, пользователя, пароль, и все, ваши данные здесь будут, здесь ваш диск. Не нужно ничего не скачивать, устанавливать единственный файл и скрипт создать, и все проблемы. Создадим еще раз права уже с файлами данной директории. Вот, в принципе, и все дела. В принципе, на этом и все. Кто желает, может ставить. И я закончил.